Учитывались веские причины, такие как обсуждение с руководством Украины, ведущей оборонительную войну, возможности обхода ограничений на полеты со стороны ЕС и отношения со странами Балтии и Польшей. Значительное влияние на эту оценку оказал российский бизнес, незаконные референдумы в украинских регионах и вчерашние события на Балтийском море. Предыдущие меры по ограничению применения туристических виз, действующие с начала сентября, в свете новой ситуации недостаточны. Сегодня поступила информация, что будут границу закрывать, и мне пришлось спешно выезжать сегодня, потому что не хочется отказываться от запланированного отпуска. Я его готовила 2 месяца назад, и, просто очень жалко. На российской стороне стоит мобильный пункт военкомата, но я не видела никого пока, что запускают. Это на обратный путь. Будет на обратный путь, он там стоит. Там стоял импровизированный домик, примерно однокомнатный, и с такой с военной раскраской и надписями что-то типа, что пункты, что-то призыв или контрактная служба, что-то такое.